Друзья, всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы будем коптить карасиков, которых поймали. Я уже приготовил, туда опилки засыпал. Сейчас разжигаю огонь. Дрова уже тоже подготовил. Ну и поехали. Пока карасик тут размораживается, подготовим хороший огонь. Самолет летит там. Карасика просто засолим, заперчим. Вот он у меня уже здесь лежит. Приспособление обязательно. И вот перец, чеснок и соль. Прямо здесь я его сейчас замариную. Ну, посолю, поперчу. И уже пойдет в коптилку. Вот у нас коптилочка. Что-то костер не хочет разжигаться. Сейчас чуть-чуть бумажки принесу. Разжег я уже огонь с горем пополам. Ну и все, сейчас солю и перчу рыбку и раскладываю. Сейчас вам все покажу. А чтобы продвинуть немножко канал вперед, вы, если вам не трудно, сделайте репост видео на своей странице, там ВКонтакте или еще где-то. Ну, если вам не сложно. Ну и все, и солим рыбку. Что-то здесь много получилось. Она еще заморожена, но уже почищена. Вот такие вот карасики. Все, сейчас солим, перчим. Можно побольше. Ничего страшного. Делаю я это в первый раз, нигде не видел, как правильно это все делать. Но я думаю, все равно получится вкусно. Такую щепоточку соли, можно еще. Все, я, наверное, прямо туда и буду уже складывать, прям в коптилочку. Опилки я уже засыпал. Опилки, получается, я делал сам. Это я показывал, как я их делаю, видео, где копчу кролика. Кролик горячего копчения. Если вы не смотрели, посмотрите. Так, и такая уже красота там. Чесночком аромат такой стоит. Вкусно. Оно все стекет еще.
Так что я думаю, самое то. Что-то костер опять потух. Весь не влазит, который останется, пожарим на сковородке, жареный тоже карасик, очень вкусный. Но копченого я ни разу не ел, сейчас посмотрим, попробуем, как получится. Если получится вкусно, то буду делать и дальше. Так, 3, 6, 7, 8. 8 штучек сюда влезло. Но что-то костер у нас тут не очень. Пока накрою, он как раз разморозится. И займусь костром. И потом включу уже, когда будем ставить. В общем, справился я с огнем. Разжег. Пока пусть горит. Я хочу вам показать, как уложился там карасик. Вот так он поместился. 8. И 2 осталось. Можешь поплотнее положить, чтоб еще влезло. Все, и весь влезет вот так вот. Красота. Все, костер пусть пока горит, закроем, чтобы ничего не летело. Поднялся сильный ветер, сейчас будет дождь. Вот у нас уже угли готовы, и все, я начинаю ставить. Если меня плохо слышно, то извините. Решил я поставить вот так вот шампура, а сверху уже саму коптилку. Не знаю, выдержит, нет. Все. Сейчас у нас будет коптиться. Все, ништяк. Посмотрим, что у нас получится. Сильный ветер, видите, под березом. Не видно вам. Сейчас покажу. Вон что, ветрище поднялся. Рыбка коптится. Посмотрим, как у нас там внутри уже. Еще слабенько. А пока коптится у нас рыбка. Такой у нас заказ на 60 яиц и на 2 кролика. Сейчас подъедут подписчики. Один 2,7, другой 2,4. Вот такие у нас кролики. Ну и все, мы коптим дальше. Уголек там есть. Все, ждем. Ну что, ветер стих. Я открывал, смотрел, как там получилось. Что-то мне не понравилось. Потому что, я думаю, рыба была замороженная и очень много дала воды. Я думал, что будет золотистая корочка, но рыба была уже почищена. И она сейчас как сварилась. Вот смотрите. То есть она получилась как вареная. В общем, решил я снимать рыбу. Мне все равно не понравилось, как она приготовилась. Сейчас попробую на вкус.
горячее, блин. Ладно, сейчас попробую снять так. Одну попробовать. Ну и скажу вам правду, как оно, вкусно или нет. Я думаю, следующее уже будет вкуснее. Вот так вот она получилась. Лучко. Ну и пробуем. Ну я бы не сказал, что прям огонь. Аромат есть дыма. Ну как бы съедобно. Сейчас попробуем дать коту. Будет ли он есть? Если он будет, то вообще ништяк. Где ты? Иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Секунду поймаю. Иди сюда. Ты будешь рыбку? Вот кот ест, значит съедобно. Кушай. Ну и все, ребята, мы будем ужинать, так как время уже 9 часов. И хотел вам сказать, что вы можете меня найти в Инстаграме. Там есть хорошие видосики тоже, которые не... Показываю я в Инстаграме, а не с матом. То есть, находите меня в Инстаграме, подписывайтесь. Вот так вот я подписан там. Михалыч Чернышев 5815. Где? Видно вам, нет? Во. Все, подписывайтесь на Инстаграм. Ну, вам всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Всем пока и до новых встреч!